Вот так. Вот так. И я смогу идти. О, да. А ну давайте, на колени. На колени. Упс. Оу, надо убегать. Магамеда? Араба? А. И Адаи? Куда нам надо ехать? Мабия. Ну, конечно, а куда здесь еще поедешь, блин? Только на лодку сел и все. Магамеда? Магамеда? Хватит. Отправляемся. Ага, в эти штуки не надо врезаться, да? Или может? Так, как здесь поворачивать? Я никогда не катался на лодке. Окей, как танком прям. Одной этой штукой. Ну что ж, поплыли. О, здесь прикольно. Уже зима началась. Так, и куда мы плывем? А я вообще не знаю все путешествие, куда я иду. По какому-то листочку. Вау. Ой-ой-ой, вы тоже это видите внизу? О-о-о. Что делать будем? Я лучше не туда поплыву, а вот сюда. Воу! Чувак, ты осторожней прыгай, блин. Ты хочешь, чтоб... О-оу. О-оу! Вау! Иди. Отстань от меня. Отстань от меня. Ну уже, мелкий, давай. Греби отсюда. Все, плывем отсюда. Больше я не хочу сюда возвращаться. О, тень перекрывается. Что там сбоку? Я не хочу даже смотреть. Просто уплываем. Да блин, хватит здесь прыгать. Не видишь, здесь люди плавают. Оу.
оу-оу-оу. Нет! Фак. Блин, можно же было назад гребсти. Ну, окей. Все сначала, да? Плывем, плывем, плывем. Ну, прыгай. Я знаю, что ты где-то здесь. Вау! Так, походу она каждый раз в разных местах. Блин, их двое! Зачем они так делают? Араба! Ага! О! Все, отстань. Тут конец уже. Давайте, блин, чё вы не помещаетесь или что? Вот так, ура! О, ну да, нормально, девушка пусть вытаскивает лодку, а мы посидим. Эй, куда ты поехала? И что, я не могу сюда пробежать? А это ветер, что ли? Как-то все так странно. Движение на этом... Нифига себе, черепаха. Такая маленькая прям. Да идем мы, чё, не видишь? Так, ага, здесь наверх. Так, и вот так. Вау, они чё? Просто взяли и... Замёрзли? Надо топор. Димабу, Малия. Так, чувак, давай, гони топор. Блин, снова я путаюсь. Возможно, где-то здесь есть топор. А, вот и пила. Взяли. Окей. Луна. Луна? Сейчас день. Какая луна? Окей. Эй, что вы делаете? Так. Снова хватит отставать. Блин, там какие-то звуки. Отай! Кая? Что там? Сейчас посмотрим. Вау!
А как они сразу так? Нифига, здесь все просто замороженное. О. И что мне с этим делать? Извините, ребята. Но мне нужна дорога. Да? Что она делает? Заряжайте. Ну, окей, как хочешь. Садись. Пуск. Я тоже так хочу. Можно я тоже сяду? Пуск. Эй, а как я сам собой выстрелю? А, фиг знает. А, здесь же есть эта штука. Она не могла спустить мне мост. А, она просто на другой стороне. Хорошо. Так. Так, снова мы с двух сторон. Что это такое? Эй, я же никого не вижу. Это так и должно быть? Или это у меня какой-то глюк? Какой-то великан-невидимка, блин. Как мне туда перейти? На. Что делать будем? Я. Эй, Ная. Я. Ага, возможно, это мне надо. Мне, блин, ну старшему брату на ту сторону. Так. Я. Нифига себе, это прыгает. Ата. Блин. Она какой-то ассасин нафиг. Как, нифига. Вот это тёлочка, блин. Ата. Ага. Окей, мы заморожены. Ха-ха. Там же никого нету. Кто это? Да, сваливается. Оу, фак. Надо убегать. Снова она идет прыгать. Вол. Ну же. Прикольно было бы, если бы она взяла и оставила нас здесь. Если бы она была злая какая-то. Походу здесь снова надо этой штукой. А здесь нету. Ой, блин. Скушаю. Приятного аппетита, но я сваливаю. Так. Буна. Что здесь? Так, блин, снова я. Так. Это младший, давай, заходи. Это старший, давай, заходи. Оу! Мы в домике, нас нельзя трогать. Ой, блин! Окей.
Ой, блин. Здесь надо управлять хорошо, а у меня это не очень хорошо получается. А, ну так нормально. Я не знаю, за мной привидение гонят. О, этот тебе уже и девушку нашел. Этот кричит, а меня? Так всегда случается. Уже брат младший не нужен, да? Ну что ж, снова мы с тобой остались. Меньший братик, да? Снова мост. Что это там в воздухе такое? Странно как-то, да? А, это северное сияние. Что? Ты тут живешь? И... Тахун! Та! На! Тия ма! Ила на я! Ила! Нам не туда, чувак, давай, сваливаем отсюда. Чё ты веришь этой девке? Сейчас, если окажется, что она какая-то ведьма, вообще шикарно будет. Что там за трупы какие-то сверху? Так, а нам куда? Ладно, только вперед, может. Блин, здесь пауки живут. Я же говорил! Ё-моё, я же говорил! Мелкой был прав, не надо доверять этой. Фак. Ну, она немного не ведьма, но все равно. Надо раскачиваться. Давай, паутинка. Отлично. Убегаем. Давай. Сбивай ее. Вот, отлично. О, я в шарике. Тан-тан-тан-тан-тан. Куда пойдем? Что делать? Могу я ее переехать? Оу, фак! Оу, фак! О, шикарно! Ломай! Минус одна нога. Так, блин, отстань от меня. Фак! Ага, надо с другой стороны. Что мне делать надо? Брат, держись! Давай другую ногу, ломай ей. Нафиг. Это типа рестлинг. Окей. Так, младший, куда ты убегаешь? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так.
Вот так вот. Следующая. Это смешно так выглядит, как бы она сама берет и дает их ломать. Все. Бесполезные. Так, следующая. А вот и выход. Все. Прощай, миссис Паучиха. Вот так. Давай ногу. Думаю, последнюю не надо будет ломать. Ой, их там еще. Еще три. Вот так вот. Фак! А до этого она не могла так делать, блин. Там по-любому есть яд. Как он выбрался с этой штуки? О! Это наш отец, с ним все хорошо? Вади. Так, уходим отсюда. О, ножка. Брат, возьми себе ножку эту. Смоешь на нее. А, ладно, нельзя. Я думал, он сможет ее как палочку использовать и ходить. Воу! Окей. Ого. Так, куда это мы упали? Это дерево жизни. По-любому. Я узнаю его, да? Я бывал возле такого. О, как мы здесь оказались? Най, Мафи, Лейта, Мали. Лава, Балила, Этья, Лавади, Лава. То есть... Лава, Най.